Привет. Сегодня у нас маленький обзор по двухдиновой автомагнитоле Padova Parametry 464, 10-дюймовый экран. Android 10. Поставил лаунчер родной. Там разный выбор есть. Настройка. Так, будем проверять радио. Приложение, лаунчеры, плеера закачали. Google Play Market работает. Так. Google тоже. Настройка DSP почему-то не работает, значит DSP здесь не установлено, хотя было заявлено уже на ебалово. Ютубчик. Да, работает. Колонки не подключал. Так, понятно, YouTube работает. Значит, сейчас работает от Wi-Fi. Еще есть отдельный слот под сим-карту для 4G. Так, музыка. Родной плеер есть. Диспетчер файлов. Вот. 464. Что еще показать? AIDA 64. Значит, смотрим. Вот. 64. Вот Android 10. Так, сейчас. Посмотрим. Контакты, записная книжка, телефон. Navitel сейчас проверим. Работу GPS. Так, скачали с Play Market. Это, короче, пробная. Работает, да? Работает, не тормозит. Окей. Выход есть. Аудиовыход. А, видеовыход, короче, AUX на камеру заднего вида есть тоже. Вайбер. Ну, как бы все проверили, посмотрели. Настройки. Это родные заводские.